На сегодняшний день вводятся меры, ужесточаются меры. Ужесточились, да. Насколько эти, да, меры, которые были приняты Минздравом, на ваш взгляд, они улучшат ситуацию? Насколько они правильны? Мне сложно назвать тот Минздрав Минздравом, который есть на сегодняшний день. Я повторюсь, я убежден, это похоронное бюро. То, что происходит сегодня, два. Насколько те меры оправданы? Те меры, которые на сегодняшний день, те руководители Минздрава, которые есть, потому что там не один человек, там группа, надо признать это, вводит, мне кажется, это меры пожарников абсолютно бессистемные, это меры, которые не приводят к результатам. Почему я так считаю, я вам аргументирую. Потому что нынешнее руководство времена, тогда, когда они занимали другие должности, речь идет о советнике президента, эксперта по всем вопросам и во всем и ни в чем, они говорили о том, что они большие профессионалы, и они знают, что сделать, когда и насколько, для того, чтобы предотвратить проблему. Я повторюсь, предотвратить, а не решать. Как мы видим на сегодняшний день, ситуация, которая есть, она спровоцирована действиями или бездействием нынешнего министерства. Раз. Два. Самый важный момент, и мы об этом все говорим, как мы задаем настрой в обществе, и благодаря этому у нас улучшается ситуация, либо ухудшается ситуация. Министерство здравоохранения отвечает за политику в области вакцинации. По вопросам вакцинации фиаско полное. Ну, вот с августа месяца не вот так вот, а вот так вот идет падение.